Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Впервые в этом году. Всех, кстати, с наступившим Новым годом. Сегодня у нас в обзоре замечательный чехол от компании USPark Professional. Вот тут даже, вот видите, логотип компании. Это у нас чехол для наших расчесок, а именно для рабочих расчесок, там 334, там 335, 331. То есть здесь мы можем хранить только расчески наши рабочие. То есть брашеньки сюда, к сожалению, не влезут, потому что он, видите, достаточно вот такой, видите, тоненький, и это только для расчесочек. Скрепляется он вот такой у нас, такой вот ниточкой назовем, веревочкой, то есть достаточно тоненькой, то есть вот такой вот бантик у нас получается. Он у нас вот так раскрывается замечательно. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот. То есть тут есть вот такие кармашки. Вот я уже приготовил свои расчески. Таких кармашков у нас 12 штук. И если у вас, допустим, смотрите, очень много расчесок, ну там, не знаю, там штук 20, да, к примеру, различных, то вы можете вот компоновать расчески вот таким вот образом. То есть в один кармашек положить 4 расчески. Ну, вот видите, у меня 4 влезло. Либо вы можете вот так, раз, положить по 2 расчески в каждое отделение. 12 отделений, в принципе, достаточно хватает. Длина здесь тоже достаточно позволяет нам, чтобы сюда вместилась 331 расческа, самая длинная, 335, без проблем все вылезает, все замечательно лежит. Всем советую приобретать вот такой чехол, чтобы ваши расчески не валялись там по вашей сумке, по вашим там другим каким-то местам. Вот, храните свой инструмент в специальной папке для инструмента, в частности для наших любимых расчесок, потому что все-таки они стоят, ну, достаточно дорого с нынешним курсом, и не хочется, чтобы они как-то повредились и с ними что-то случилось. Вот так мы завязываем данный чехол, вот, и можем ее смело затянуть здесь, затягиваем, и ее мы убираем куда-нибудь в сумочку, где, собственно, будет лежать наш чехол. Коллеги, вот так вкратце я вам рассказал о новинке нашего интернет-магазина shopcoms.ru. Ссылку на данный магазин я укажу в описании, ссылку на нашу группу также укажу в описании. Если у вас будут какие-то вопросы или у вас будет какое-то там пожелание, чтобы я рассказал о каком-то инструменте, оставьте мне комментарии под этим видео, я с радостью, когда буду на нашем складе, я возьму данный инструмент, с радостью вам расскажу, покажу, буду рад с вами поделиться информацией о той или иной продукции, которая у нас, собственно, есть. Всем точных стрижек, всем отличного настроения, всем пока!